Добрый день, мои дорогие! Здравствуйте! Намасте! Сегодня у нас с вами еще одно занятие цигун, которое поможет вам наполнить энергией ваше тело, ваши суставы. Вы обязательно почувствуете разницу до начала занятий и после. Для того, чтобы начать наше упражнение, нам нужно с вами разогреть ладошки. Сейчас мы с вами будем аплодировать. Поехали! Отлично. Разогреваем интенсивно руки. Интенсивно разогреваем ручки. Так. И начинаем чувствовать, насколько изменилось наше ощущение в руках. Разогрели ручки, но у нас еще есть ножки. Нам нужно разогреть ножки. Вспомните одно из основных упражнений цигун. Встаем на носочки и силой опускаемся на пяточки. Раз. На носочки, на пяточки, два, на носочки, на пяточки, три, на носочки, на пяточки, четыре, на носочки, на пяточки, пять, на носочки, на пяточки, шесть, на носочки, на пяточки, семь, на носочки, на пяточки, восемь. Отлично, будем считать, что мы разогрели как стопы, так и руки. Прекрасно. Тогда мы приступаем к очень важному массажу цигун. Итак, начинаем с плеч. Плечи очень любят, вообще суставы очень любят теплые такие поглаживания, поэтому разогретыми руками мы с вами прогреваем сначала плечевые суставы. Можете даже это делать одновременно двумя руками. Вот таким образом. Погладьте себя, погладьте свои плечики. Они это очень-очень любят. Погладили. Дальше мы начинаем гладить наши суставы. Одновременно в локтевом суставе двигается рука в одну сторону и в другую. Даже тот факт, что вы делаете это упражнение, уже наполняет ваши суставы живительной энергией ци. Ну и у нас остались с вами запястья в одну сторону. То есть мы двигаем запястьем и одновременно мы его массируем. И в другую сторону. Смотрите, какие красивые движения. Не правда ли? Прекрасно. У нас с вами остался еще один локоть. Делаем несколько вращательных движений в одну сторону, в другую сторону. И также мы массируем наши запястья, чтобы они были красивыми, гибкими и гладкими. Кстати, друзья мои, хочу вам сказать, что если ваше состояние здоровья по какой-то причине не дает вам заниматься другими видами спорта, то уж цигун вы можете заниматься всегда, даже будучи, если вдруг с вами что-то случилось, вы в какой-то момент времени просто лежите. Сделали. Теперь очень хорошее упражнение – снятие негативной энергии с кончиков пальцев. Смотрите, что вы берете указательный пальчик и средний, и представляете себе, что вы снимаете негативную энергию с кончиков своих пальцев, как такие серые колпачки, которые не нужны вам, вы их снимаете. И представьте себе, что ваши ручки засияли. И также указательный средний пальчик начинаем снимать серую энергию с кончиков наших пальчиков, снимаем. Обе ручки засияли. Великолепно. У нас с вами есть еще тазобедренные суставы. Мы начинаем с вами массировать тазобедренные суставы и одновременно делать круговые движения в бедрах. То есть это для всех показано упражнение, абсолютно для всех. Вы одновременно массируете и одновременно делаете круговые движения. Ну, а уже для продвинутых вы даже можете делать восьмерочки такие, восьмерочки бедрами в одну сторону, гладя себя. Это очень приятно, хочу вам сказать. И в другую сторону вы делаете восьмерочку. И также вы гладите себя, вы понимаете, что при этом у вас активизируется также и координация. Отлично, теперь мы берем наши ладошки и начинаем массировать коленочки.
начинаем массировать коленочки. После того, как они у вас разогрелись, мы начинаем ими делать круговые движения. Таким образом, в одну сторону и в другую сторону. И вот мы с вами находимся уже в сидячем положении и продолжаем мягко массировать ногу. Сначала одну. Затем другую. Согласитесь, как это приятно. И теперь у нас стопы. Друзья, стопы. Давайте, пока я вам рассказываю, вы уже начинаете массировать свои стопы. Причем большими пальцами нажимайте на центр стопы, пожалуйста. Снизу вверх, снизу вверх, снизу вверх. Вы великолепно знаете, что стопа – это буквально средоточие всевозможных точек энергетических, поэтому не жалейте времени и активно-активно промассируйте свою стопу и даже возьмите вот так, похлопайте ее в итоге ладошкой. И, соответственно, то же самое с другой ноги. Массируем другую стопу. Активно, активно, активно. Пальчики работают. Активно массируем стопу снизу вверх, снизу вверх, снизу вверх, снизу вверх. И теперь прошлепаем. Угу. Да, мы же с вами еще, помните, снимали серые колпачки. Давайте то же самое сделаем с наших ножек, наших пальчиков на ногах. Зачем нам остаток негативной энергии? Мы сейчас с вами все уберем. С одной ножки убрали, и с другой ножки мы тоже уберем. Все пальчики мы с вами, все пальчики освободили. И теперь сделаем еще одно упражнение, которая очень хорошо помогает для нормализации кровяного давления. К тому же оно очень веселое. Начинаем вместе. Я начну с левой, можете начинать с правой ноги. Итак, мы с вами просто стучим вместе. Стучим по полу стопами. По 5 раз каждой стопой достаточно. И поаплодируйте сейчас себе ножками. Это тоже очень полезно. Прекрасно. И коль скоро мы с вами уже такие проработанные, давайте еще раз разотрем ладошки и вспомним слова мудрых, которые гласят, что нет лучшего косметолога, чем ваша собственная чистая энергия. Представьте себе, что у вас в руках находится золотой шар. Золотой шар бессмертия. Вот он такого же золотого цвета, как и мой костюм. Может быть, вам это будет легче визуализировать. Возьмите этот шар и пролейте на себя эту прекрасную, чистую, красивую энергию. По себе любимому. По себе вот берем и проливаем, еще раз берем шар и проливаем по себе шар золотистой, животворящей, свежей энергии. И третий раз берем шар и проливаем на себя энергию, проливаем, проливаем, проливаем. И теперь мы эту энергию, золотистую энергию бессмертия и красоты, переносим на наше прекрасное лицо. Снизу вверх, по массажным линиям мы с вами массируем нашу прекрасную шейку, затем мы массируем наше прекрасное лицо по массажным линиям. Снизу вверх, снизу вверх, снизу вверх. Также мы массируем лоб, а затем мы с вами представляем, что в центре ладошек у вас находится солнышко.
Вот просто вот почувствуйте там солнышко, которое у нас было большое, теперь оно маленькое в ладошках. И вот этими солнышками накройте свои глаза и помассируйте их мягко-мягко, мягко-мягко. Помассируйте. Очень приятное ощущение, шикарное просто ощущение. Великолепное. Откройте глазки. Вы согласны, что прекрасно чувство? Но у нас там есть еще и наши ушки. Смотрите, как мы улучшаем наш слух. Берем указательные пальцы и в уши, и затем резко вытаскиваем. Вставляем в уши, резко вытаскиваем. Вставляем в уши и резко вытаскиваем. Заканчиваем мы наш массаж тем, что мы массируем шею от седьмого позвонка до основания черепа. С удовольствием, очень приятно, очень хорошо массируем, массируем, массируем. И, наконец, мы еще раз берем энергию золотого шара, обволакиваем себя куполом из золотой энергии и остаемся в этом прекрасном состоянии и проносим его через весь день. Желаю вам прекрасного дня!